Святочной презентации культурных здобытков Краснопольщины завершился в Могилеве форум фольклористов. Он супал с черговой презентацией района у рамках фестивалю талентов Могилевщины. На протягу нескольких дней форуму доследчики, культурологи и дипломаты обмерковали махчимости захования национальной культуры, как ресурса развития громадства. После протокольных встреч гости из 12 краин Европы и Азии познакомились с хараством народной белорусской культуры. Краснопольщина еще на подыходе до концертной залы Могилев задает гастрономичный тон апошнему дню культурного форума. У разностайности рецептов душа и попыт народа закодированы не горшим у спевах и танцах. Тому и гостей по традиции спочатку частуют, а уже потом займают справой. Таких драников нигде нету. Это краснопольские драники. Видите, они даже необычные. Здесь морковочка, лучок, яичко, картошечка. Рецепт прямо местный, да? Да, пшон. Спечи каша. Ранее эту кашу, как детей рожали, да бабу брали, да эту кашу били об стол, да гостей угощали. Люди у Италии ведают не шмат про Беларусь, больше про Россию. На родзиму я заберу наилепшее уражение про вашу краину, про сябровство, ставление людей один до одного и, конечно, природу, особливо лесы. У Италии мы ведаем Беларусь перш за все по Беловежской пушке. Подчас форуму делегаты не только теоретизировали, але и замацовывали сябровство практично. Для тех, кто собирал лепшие здобытки культуры краин суседок, навод самые простые речи и натхнение штуршок до деяния у своим осяроддзе. На моей родзиме у Турции отметная культурная спадщина. Только танцев 300 тысяч стилей и напрямков. Богатый костюм национальный, потому что Турция развивалась на кросс-культурной глебе. Люди мигровали с Азии на Усход и приносили свои отметности. Подчас форуму уразили белорусские танцы, совсем не подобные на наши. Вельми цікаво. У межах форума Могилевский центр народной творчества домовился об культурном супрацовництве с Вологодской и Тверской областями. Могилевщину ближайшим часом чекая выник этой працы майстер-классы, концерты и навод театральные импрезы. Катерина Городницкая, Седа Каспарова, Юрий Ауластол, новины регион.